Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Родина РП, первый сервер. Не забывайте вводить моник при регистрации, потому что если вы, пацаны, введете моник прочесть 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому обязательно вводите моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, наконец-то вышло обновление, вместе с ним вышел новый модпак. Но я предлагаю в этом видео посмотреть только обновление. А уже в следующей серии я постараюсь вам показать машины из нового модпака. Просто, пацаны, поставьте лайк, подпишитесь на канал, давайте на этой серии наберем минимум 50 лайков. Также можете подписываться на мой инстаграм, ссылочка на инстаграм будет в описании, там выходят очень интересные фото, видео, поэтому всем советую подписаться, ссылочка на инстаграм будет в описании. Ну что ж, пацаны, давайте начнем по порядку, я думаю. Первое, что добавили, это добавили такую возможность смотреть топ людей, у которых больше всего биткоинов. Сейчас я вам это все продемонстрирую, получается. Просто мы, получается, заходим в дом, пишем команду house. Если, конечно, у вас есть дом и подвал у вас есть. Перемещаемся в подвал и можем здесь посмотреть топ людей, у которых есть биткоины. Вот, рейтинг получается. Но почему-то у меня этот рейтинг... А, во, подождите, что-то он... А, во, работает, все. Все работает, так. Имя, фамилия, место, количество биткоинов. Вот, получается, самые такие богатые люди по биткоинам. Получается, 5 мест. Вот, 88 тысяч, 63 тысячи, 60 тысяч, 58 тысяч, 48 тысяч. Это люди, у которых больше всего биткоинов на сервере. Ну, прикольная довольно-таки тема, но для меня это бесполезно, потому что я этим не занимаюсь. Следующее, что бы я хотел вам показать, это новое донат-меню. Да, пацаны, я знаю, что я снимаю поздно это видео, потому что сегодня уже я не знаю, какое число даже. Давайте я посмотрю, какое сегодня число. Сегодня у нас, пацаны, получается 18 число, обновление вышло, по-моему, 14 числа или 15. Ну, пацаны, я реально вчера только в деревню приехал, поэтому... Как смог, пацан, так и записал. Поэтому, если что, не обижайтесь, то, что я поздно записываю видео про обновление. Сегодня выпущу это видео про обновление, и завтра уже сниму видео про модпак. И потом уже будем снимать другие серии какие-то. Я вам, кстати, еще обещал эту Волгу затюнить. Это все, пацаны, будет, но уже в следующих сериях. Итак, донат меню. Давайте посмотрим. Пишем донаты, получается. И здесь у нас новое меню. Что здесь изменилось? Я думаю, вот, видно. Вот, NEF желтым написано, это новое. Что теперь можно сделать? Можно сбросить пробег. 1000 репутации для семьи можно купить. Можно купить гелик, получается, за 3500 АЗ монет. Можно купить мотоцикл Yamaha за 3000 монет. Максимальный навык дальнобойщика можно купить 120 АЗ монет, кстати. Это довольно-таки немного, я в себе купил бы. Выйти из тюрьмы можно. Ну, я думаю, это не из-за морга на выйти, а просто из тюрьмы. Обнулить проезд на красный свет можно. Переносная торговая палатка. Вот переносная торговая палатка, пацаны, это тема, потому что, смотрите, вы купили эту палатку и можете торговать где угодно. Хоть в Южном, хоть в Батырево, хоть в поле, хоть в космосе. Ну, в космосе это переборщил, конечно, но я думаю, вы поняли. То, что вы можете в любом месте поставить и продавать там рулетки, там, все что угодно можете просто продавать. И это реально круто. Ну, больше всего мне нравится то, что можно сбросить пробег. Можно, получается, гели купить, Ямаху. Максимальный навык дальнобойщика. Вот это я бы хотел попробовать и посмотреть, сколько я буду зарабатывать. Следующее, что добавили, это теперь отель является бизнесом. Вы можете его приобрести и выставить цены за всякие услуги там и за проживание. В принципе, очень прикольная тема. Ну, конечно же, будете получать за это прибыль. Вот уже кто-то купил этот бизнес, получается. Вот цена у него 5 миллионов. Это не единственный бизнес, отель, который есть на сервере. Их несколько, просто я выбрал самый ближайший. И видите, здесь все комнаты свободные. Сам просто интерьер мне очень нравится, довольно-таки круто выглядит. Я бы здесь хотел бы пожить, но у меня есть дом, поэтому, слава богу, я буду жить в доме, а не в отеле. Ну, видите, все комнаты здесь свободны, поэтому, не знаю, мне кажется, данный бизнес не будет пользоваться популярностью. Разве что для рыжиков это будет довольно-таки нормальный вариант, чтобы там пожить где-то. Итак, следующее, что добавили, это Евромиллионс какой-то, это новый бизнес, и здесь как раз же нужны биткоины. Для чего они нужны, я постараюсь сейчас вам объяснить. Как бы это точный прототип настоящего такого бизнеса, здания, которое состоит в реальной жизни. Здесь, получается, вы покупаете билет. Вот, купить билет, и здесь вы можете, получается, выбрать 5 чисел, нужно выбрать, и 2 звезды. Чем больше у вас будет потом совпадений, тем больше у вас будет приз, получается. Люди покупают, короче, билеты, и все эти биткоины соединяются в одно, получается. До старта розыгрыша, вот видите, 57 часов.
стоимость участия 1000 биткоинов. Размер призового фонда сейчас 3689 биткоинов, короче. Так, купить билет, но я этого не могу сделать, пацаны, потому что у меня вообще нету биткоинов, поэтому я вам это не могу показать. Но я думаю, я вам объясню, в принципе, просто вот вы приходите, у вас есть, допустим, 1000 биткоинов, да? Вы выбираете 5 цифр, там будет такая таблица. Короче, выбираете 5 цифр и выбираете, там сбоку будет 2 звезды. По-моему, там тоже 12 звезд, по-моему, и там цифр тоже много. И вы должны это выбрать. Чем больше у вас потом будет совпадений, когда начнется розыгрыш, тем больше вы выиграете. У кого больше будет совпадений, тот и выиграл, получается. Я думаю, это все понятно. Итак, следующее обновление, что добавили, это возможность в баре бросить монетку, получается, орел или решка. И вы можете поставить ставку на ожидаемый результат. Ну, часть прибыли, конечно, будет идти владельцу данного бара. Просто, получается, вы подходите, пишете вот команду решка, выбираете ID другого игрока, сумму, вы с ним кидаете монетку, и кто угадал, какая сторона выпадет, орел или решка, тот получает деньги, получается. Ну что ж, давайте я вам расскажу о остальных обновлениях. Добавили новый лаунчер. Ну, вообще, добавили лаунчер на родину. Теперь на родине свой лаунчер. Он выглядит довольно-таки симпатично, довольно-таки удобный. Я его качал, установил очень быстро. Никаких проблем у меня с ним не было. Никаких ошибок, ничего такого, короче, у меня не было. Помимо, получается, евро миллион с бизнеса и помимо 7 бизнесов отелей, добавили еще новых 20 бизнесов по всей карте. Это довольно-таки круто и, я думаю... В принципе, каждый себе купит бизнес. Ну, понятно, что не каждый, но я не знаю, зачем они так много бизнесов, конечно, добавили, но, возможно, в этом есть какая-то логика, либо это для чего-то нужно, ну, в принципе, как бы добавили и добавили. Также, получается, добавили 25 новых машин в новом модпаке, но модпак мы уже посмотрим, получается, в следующей серии. Также добавили много еще всяких изменений, но о них я рассказывать не буду. Можете просто зайти в официальную группу Родина РП, и там есть полный список. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока.